по типу волос. Универсального рецепта для качественного и эффективного осветления нет. Настоящие везунчики в этом плане – русые девушки и блондинки от природы. Хотя и в их случае не обходится без подводных камней в виде ограничений на использование агрессивных осветлителей. Сложнее всего приходится обладательницам темных волос, особенно цвета вороного крыла, поскольку для достижения результата требуется повторять процедуру обесцвечивания несколько раз с интервалами. При этом не обязательно брать сильно действующие агрессивные препараты. Можно добиваться более светлого оттенка безвредными народными рецептами. Немало хлопот доставляют огненно-рыжие пряди. Даже профессиональные средства в сочетании с опытом стилиста-парикмахера не всегда обеспечивают желаемый эффект с первого раза. Если же локоны окрашены химическим составом, лихной процесс осветления растянется на длительный срок. Мы поможем вам разобраться во всех тонкостях осветления волос разного типа с минимальным вредом для шевелюры. Последний комментарий.